Очередное заседание правительства Ульяновской области началось с вопросов образования. Участники совещания проголосовали за изменение проекта закона о стипендиях, которые предоставляются талантливым и одаренным ученым образовательных учреждений. Так, научным деятелям до 35 лет полагается выплата в размере 6 тысяч, а для 5 молодых научных работников в возрасте до 40 лет – 8 тысяч. Единственное условие – если индекс Хирша, специальный наукометрический показатель уровня значимости ученого, для первых не будет ниже 3 показателей, а для вторых – не ниже 5. Почему за критерий был взят индекс Хирша? Поскольку этот индекс относится к основным наукометрическим показателям и служит для количественной оценки научной продуктивности отдельных ученых, коллективов и организаций. Ежемесячная стипендия рассчитана на один учебный год. Необходимо для того, чтобы развивать науку и двигать ее вперед, причем как фундаментальную, так и прикладную науку. Вот, мы, к сожалению, так скажем, именно в эту предметную плоскость уходили больше в организационной части поддержки, но уже сейчас конкретно необходимо поддерживать конкретных людей адресно, помогать данным ученым. Единодушно участники заседания внесли изменения в законопроект, связанный с розничной продажей алкоголя в регионе. А точнее, изменили сроки введения дополнительных ограничений продажи крепких спиртных напитков в магазинах и торговых помещениях, которые находятся в придомовых территориях и на первых этажах жилых домов. Ограничение вступит в силу с 1 января 2024 года. Чтобы сделать переходный период для наших предпринимателей, так как попадают на сегодняшний день, по данным закона, порядка 200-200 магазинов под закрытие, сокращение порядка 1000 рабочих мест, выпадающих доходов у нас составляет порядка 250 миллионов рублей. Следующие вопросы повестки касались градостроительных правовых норм. Так, с 2019 года на исполнительные органы госвласти градостроительным кодексом возлагаются полномочия по внедрению так называемой государственной информационной системы. Проект регионального закона необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством. В 2019 году нам надо будет ее внедрить, наполнить, и это позволит в дальнейшем обеспечить новую прозрачность процедуры строительной для застройщиков и снизить административный барьер. Александр Смекалин поручил ведомству разработать план запуска работы системы и в ближайшее время предоставить на рассмотрение депутатам регионального парламента. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды.